श्रीमोर संपद Thank you.
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठ
Hare Krishna,
respectful obeisances unto lotus feet of mine. Gurupad Padma Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sapasya Sri Madhubhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sapasya Madhubhakti Vedanta Sivarnayan Goswami Maharaj and simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamanda Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Raka Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Mantri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and present all of my respectful guests. Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны моим Гурупад Падма, Нитилила Правишна Шнупад, Аштутара Шата, Шишимад, Бхактивиданте, Шили Вамани Госвами Махараджу, И нити лила правичного шнупата, что тарашата, шишимат, бхактивиданти, шили нарайни, гасай махараджу. Также предлагаю свои смиренные дандават пранамы, лотосным стопам нити лила правичного шнупат, а что тарашата, шишимат, бхактивиданти, свами махараджу, шили бхакти ракшак, шидар, гасай махараджу, шили бхакти праматпури, гасай махараджу. Всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и собравшимся здесь почтенным гостям. So continue. I also discuss. The five types of devotees of the Lord. Итак, мы продолжаем обсуждать пять видов преданных Господа. Гьяни Бхакта Прахлад Махарадж, Шуддха Бхакта Амбариш Махарадж, Преми Бхакта Хануман, or Премпар Бхакта Пандавас, or Прематур Бхакта Удхава. Гьяни Бхакта Прахлад Махарадж, Шуддха Бхакта Амбариш Махарадж, Преми Бхакта Хануман, Премпара Бхакта Пандавы и Приматур Бхакта Удава. And Брджавасис are among the Брджавасис Мати Радика. She is called the crowns and jewels of all the devotees of Lord. И также Брджаваси, и среди них венцов всех преданных является Шимати Радика. Pandavas, they have so much love and affection with Krishna. У пандавов у них столько любви и привязанности к Кришне. And especially Arjuna and Draupadi and very close to Krishna. И в особенности Арджуна и Драупади, они были очень близки с Кришной. Krishna, he gave the instruction of Bhagavad Gita, Gita Upadesh. Кришна, он дал наставление в Бхагавад Гите. Why? Почему? Because so much love and affection with Arjuna. Потому что у него было столько любви к Арджуне. Arjuna, he has no limitation, nothing. But Yogma arranged this way in the battlefield of Kurukshetra. На самом деле Арджуна, он не сокрушался. Но Йогамая, она все так устроила, чтобы он вошел в это состояние на поле битвы Курукшетры. So, Lord Krishna pacified the heart of Arjuna and gave Gita Upadesh. И Господь Кришна решил успокоить сердце Арджуны и дать ему Гита Упадеш. Because Srimad Bhagavad Gita is very important in our spiritual life. Потому что наставления Шримад Бхагавад Гиты необычайно важны в нашей духовной жизни. That means first you understand, I am not this body. Who am I? Soul. I am soul. I am the servant of Krishna. То есть вначале вы должны осознать, что вы не это тело, вы душа, слуга Кришны. Шримад Бхагавад Гита discusses these things. И в Шримад Бхагавад Гите объясняются эти вещи. Мамы вамса джива локе джива бхута санатан. Hey Arjuna, all the living entities, they are my part and parcel and eternal servant. О Арджуна, все живые существа являются моими мельчайшими частичками и вечными слугами. And everybody have to serve to Krishna. Все должны служить Кришне. And completely surrender lotus feet of Krishna. И полностью предаться его лотосным стопам. If you not serve to Krishna, then you will never be happy. Если вы не будете служить Кришне, вы никогда не станете счастливыми. If you want to happy, you must serve to Krishna.
Если вы хотите счастья, вы должны служить Кришне. Манмана бхаво мадбхакто маджаджи ман. Намаскуру. Кришна says, Манмана бхаво, always absorb and remain with me. Кришна говорит в этом стихе, пусть твой ум всегда погружен, будет погружен в меня. Манмана бхаво мадбхакто, you have to become my devotee. Мадбхакто, стань моим преданным. Or маджаджи, you must also. И ты должен поклоняться мне. Сарвадхарман приттаджо мамикам сарнам брджо. Вам твам сарвабхибхо мокшаяма. Гита. And this end. Упадеш. Instruction. И это окончательное наставление Бхагавад-гиты. Упадеш. Паравар Госвами explain when Gita finish. Then Srimad Bhagavatam starts. Но наши Госвами объясняют, когда заканчивается Бхагавад-гита, начинается Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavad-гита, Krishna saying how to surrender his lotus feet. Потому что в Шримад Бхагавад-гите Кришна объясняет, как предаться его лотосным стопам. А Srimad Bhagavatam discusses how we direct serve to Krishna. А в Шримад Бхагаватам объясняется, как напрямую служить ему. Как напрямую служить Кришне. Как бриджавасии, они напрямую служили Кришне, выражая всевозможным образом свою любовь. Если вы хотите служить Кришне, вначале вы должны создать взаимоотношения с Ним. In our scriptures, Ved, Puran, Upanishad, Bhagavad, everything explains three things. В наших писаниях, в священных писаниях объясняются три вещи. That is called Samanda, Avidya, and Prayojana. Samanda means the knowledge of relationship. Samanda, Abhideya и Prayojana. Samanda – это знание о взаимоотношениях. And if you serve someone, you have to make relationship with him. Если вы хотите кому-то служить, вначале вы должны создать взаимоотношения с ним. Так это или нет? So Brijavasis, residents of Vrindavan. И Бриджабаси, жители Вриндавана. Make friendship with Krishna as like they are family members. Они дружат с Кришной как с членом собственной семьи. As like we are living with our families, infant, parents, mother, father, wife, children. Как, например, вы живете со своей семьей или друзьями, отцом, матерью, детьми. According our relationship samanda, we also making behave to each others. И в соответствии с вашим отношением вы строите соответствующие взаимоотношения. Not behave everybody the same. According our relationship. We making behave to each other. Отношения, они будут различными. Mother, father, wife, sons, daughter, husband, wife, everything together. But according to the relationship, we are making behave to each other. Например, мать, отец, жена или муж, дети, в соответствии с отношениями строится общение. So in the same way, in Vrindavan, Brijavasis, relations of Vrindavan. Таким же образом, в Вриндаване, Бриджабаси, они дружат с Кришной, как с членом своей семьи. Брахмаджи, he recited this verse also. И Брахмаджи процитировал такой стих. Ахо бхагга, махо бхагга, нандагопа, бриджагусам, жанмитрам, парамананам, пурна брахма санатанам. Though Krishna is called Purna Brahma and Sanatana Purusha. He is Purna Brahma and Sanatana Purusha. Несмотря на то, что Кришна является Пурна Брахманом и Санатана Пурушей, то есть он полный и вечный, трансцендентный. And he is called Atmaram Aptakam, self-satisfied and fulfill all his desires. И также он Атмарам и Аптакам. Все его желания исполнены, и он удовлетворен сам себе. Because he is Bhagavan. Потому что он Бхагаван. Bhagavan means he. Two qualities are there.
У Бхагавана есть два этих качества. Special two qualities. Особых качеств Бхагавана. That is called Atmaram, Atmaramata and Aptakamata. Self-satisfied and fulfilled. Atmaramata и Aptakamata. Он удовлетворен сам себе, и все его желания исполнены. But when the devotees, they want to serve to him, then he accepts. Но когда он находится с преданными, и они хотят служить ему, тогда он принимает их служение. Then devotees want to make, and as like the friendship, Krishna also, same way he is doing this. Преданные хотят дружить с Кришной, и поэтому Кришна, он отвечает им тем же. Yes. Понимаете? Uddhav, he gave an example as like the reflection of the moon in under the water. Удава приводит такой пример, как отражение лунных лучей отражается в воде. That in the water many fish there. А в воде плавает много рыбы. When the reflection of the moon moving, the fish are thinking, oh, this is very nice, beautiful. Another fish with us. И когда лунные лучи входят в воду, преломляясь, они создают такое сияние, и рыбы, они думают, что это другие рыбки, плавают вместе с нами, играют с нами. And that time the fish, they also playing, they are playing with the moon, under the water reflection. И эти рыбы, они начинают играть с этими лунными лучами. In the same way, though Krishna is Bhagavan, he is Atmaram Aptaka. But when the devotees are thinking, he is our family member, he is my friend, he is my son, he is my beloved. Then Krishna also in the same way is acting role with them. Таким же образом происходит и с преданными, когда они думают, что о, Кришна это мой друг, или Кришна мой отец, или Кришна мой сын, извиняюсь, или Кришна это мой возлюбленный. То в соответствии с этим Кришна он ведет себя с ними. So saying, oh Bhagavo, Moho Bhag. Nanda Gopar Bajavuka Sam. Out their fortune. The Brajavasis. Насколько же удачливы Брачабаси? So saying, oh Bhag. Then Brahmaji become very surprised, astonishment. И Брахмаджи, он удивляется, он поражен. He is Bhagavan, Krishna is Bhagavan. He is called Atmaram Aptaka. Кришна это Бхагаван, он Аптмарам и Аптакам. You understand? Понимаете, что значит Аптмарам и Аптакам? Ему ничего не нужно. But now he is playing with his friend Subala Sridham. Но сейчас он играет со своими друзьями Субалом и Шридамой. Now he is nourishment by Nanda and Yashoda. Его воспитывают Нанда и Яшода. Nanda Yashoda nourishment to him as like they are an innocent. Baby. Они воспитывают его подобно своему маленькому ребеночку. Посмотрите. Мата море путру бхаве коре лалона палан. Кришна says, my mother Yashoda, she is thinking, I am her an ordinary, innocent baby. Мама Яшода говорит, посмотрите, Кришна мой маленький, невинный ребенок. In this material world, mother, she serves her baby. In the same way, mother Yashoda, she serves Krishna as like her innocent baby. Как в этом мире матери, они воспитывают своих маленьких детей, точно так же мама Яшода, она заботится о Кришне. Krishna's childhood past is very sweet. And Krishna also playing with his friend Subala Sridham. Детские лилы Кришны необычайно сладостны, и он постоянно играет со своими друзьями Субалом и Шридамой. Loving, joking. Он смеется и перешучивается с ними. So for this, Srimad Bhagavatam is impartially they are thinking he is Brahma. И это описывается в Шримад Бхагаватам. А имперсоналисты, они думают, что он безличный брахман. Once Durvasa Rishi, he came in Vrindavan. Однажды Дурваса Риши прибыл во Вриндаван. That time Krishna was very small baby, maybe 2 or 3 years old.
Кришна был совсем маленьким, ему было где-то 2 или 3 годика. And Krishna he was playing on the bank of Jamuna with his friend Subalakshmi. И Кришна он играл на берегу Ямуны со своими друзьями Субалом и Шридамой. Just they were making a sand castle. И они строили песочные замки. Знаете, как детки играют? Sometimes maybe they are quarreling to each other. So my sand castle is good, your is bad. They are not good. И дети, они иногда начинают ссориться. О, мой замок, он лучше твоего. Sometimes they also playing each other, and sometimes they also quarreling, fighting each other. Иногда они счастливо играют друг с другом, а иногда начинают биться и сражаться. Then Durvasa when saw Krishna's this beautiful form, then Durvasa became very surprised. И когда Дурваса Риши увидел этот удивительный, прекрасный образ Кришны, он был полностью поражен. Иттам сатам брахма сукануваттам дассангатанам парадойватенам маясританам нарадаракенам саддам бежаху кретапунна пунья. Durvasa Rishi became surprised. Durvasa Rishi поразился. Impersonalist Advaitavadi, they are saying, is Brahma only the effulgence. Имперсоналисты считают, что Кришна, то есть он является физическим Брахманом. Actually, what is the effulgence? Effulgence coming from the Krishna's body. Bodily conception. That is called effulgence or two nails. Effulgence, Krishna's two nails. That is called the Brahma. То есть они считают, что Брахман это сияние. Но на самом деле, что это за сияние? Это сияние, которое исходит от, от ноготков на лотосных стопах Кришны. Or they are saying, Brahma has no form, nirvanirakar, nirvishesh, niranjan. Brahma has no form, no activities, nothing. И они также говорят, что у Брахмана, у него нет формы, и он ничего не делает. Now same про Брахма Бхагаван Кришна. He's playing with his friend Subalakshmi. А сейчас тот же самый Парабрахман Кришна, он играет со своими друзьями. So say, ittam satam brahma sukhanu uttam dasam gatanam paradaivateno. Those are devotee of dasa mode. Преданное настроение даси. Opulent servitual mode. Настроение благоговения. They are thinking. He is Bhagavan. He is the supreme personality of God. Они думают, что он Бхагаван, верховная личность Господа. He is self-sufficient. What is called? Omniscient and omnipresent. И он независимый. He is almighty. Sarva-shaktiman. Ему все принадлежит. Он Sarva-shaktiman. So dasam gatanam paradipa. Maya Sritana Naradarakena. Those living entities completely elucidated by Maya. Or they are thinking Krishna is an ordinary cowherd boy. А те живые существа, которые полностью находятся под влиянием иллюзорной энергии Майи, они думают, что Кришна это обычный мальчик-пастушок. As like Durjadhan Dushasan. They are thinking Krishna is an ordinary cowherd. Такие, как, например, Дурьотхана или Душасана, им кажется, что Кришна это обычный пастух. For this regard, Durjadhan, he wanted to arrest to Krishna. Поэтому Дурьотхана, он попытался связать Кришну, арестовать его. Махабхарат explained this. Это описывается в Махабхарате. But Krishna manifests his universal form. Then he realized. Who realized? Yeah, Krishna is Bhagavan. In the assembly house of Hastinapur, only Bhishma Pitamaha, he noticed that Krishna is Bhagavan. Но Кришна, он проявил свой гигантский вселенский образ. И тогда преданные, которые были там, они поняли, что Кришна это Бхагаван. И кто это заметил? Бхишма Дев. But Durjadhan Dushasan, they are thinking, oh, maybe he knows some mystic power. Но Дурьотхана и Душасана не подумали, ну, возможно, он обладает какой-то мистической силой. So for this regard, Durjadhan Dushasan, they don't believe Krishna is Bhagavan. Поэтому Дурьотхана и Душасана, они не верят, что Кришна это Бхагаван. So Maya Sridhara Naradharakena,
Sardam Vijukrita Punna Panja. Parsudam, Subal, Siddham, how they are very fortunate. They are playing with Krishna as like their friend. Но Субала, Шридам, насколько же они удачливы? Они играют с Кришной, подобно как со своим другом. So now come the Durvasa Rishi, when he came in Vrindavan and saw Krishna, beautiful form, then Durvasa Rishi's heart completely melted and tears went down. И когда Дурваса Риши, он прибыл во Вриндаван и увидел удивительный, прекрасный образ Кришны, его сердце растаяло, и слезы потекли по его щекам. Then Durvasa Rishi just was looking, watching Krishna's beautiful form. И Дурваса Риши, он просто созерцал прекрасный образ Кришны. Бал Гопал, only 3 years old. Бал Гопал, ему было всего 3 годика. Прекрасные вьющиеся волосы. And looking, Govinda Darshan. Then Durvasa Rishi completely was stunned. И Дурваса Риши, his body can't do. Move. Just open his eyes and he was looking the beautiful form of Govinda. И Дурваса Риши, он получал прекрасный даршан Кришны, и он полностью оцепенел. Он просто с закрытыми глазами смотрел на Кришну, его тело не могло двигаться. Now I told you, Krishna and his friends, they are quarreling. И как я сказал, Кришна... Who defeated and who? Won. Там ссорится с друзьями, и они обсуждали, кто же из них победитель. So in the play, who did it? They could not take the decision, so they are quarreling. И вот в этой игре, кто же там победил из них? И так они ссорились и не могли прийти к решению. Then Krishna told his friends, please come in front of the sadhu. И Кришна сказал своим друзьям, пошлите к саду. Here one sadhu is sitting, he's watching. Вот там so he may give the perfect decision, judgment. И он вынесет свое совершенное решение. Understand? Sadhu is not your side, or sadhu is not. My sadhu is your, or is neutral. Sadhu он всегда нейтральный, он не будет принимать чью-то сторону специально. So this sadhu must be give the perfect judgment. И поэтому он должен вынести совершенное решение. Then Krishna and his friends, Subal, Siddham, all they came in front of. И тогда Кришна со всеми своими друзьями подошел к Дурваса Риши. Then Krishna asked, you are sadhu, you tell who defeat and who won. И Кришна он спросил, о, ты же саду, пожалуйста, скажи нам, кто победил, а кто проиграл? But Durvasa Rishi did not give any answer. Но Дурваса Риши ничего не отвечал. Как возможно? Only taking darshan of Govinda darshan, beautiful form of Govinda. Он только получил даршан Говинды. All the ecstatic were manifesting in her. И всевозможные экстатические настроения проявились в его сердце. Tears rolling down from his eyes. Слезы струились из его глаз. So much tears. Столько слез катились постоянно. His hair stand and у него встали волоски на теле. And body becoming stand and was looking. И он полностью в оцепенении смотрел на Говинду. If you take darshan to Govinda, this is the symptom also. Если вы будете, your body completely stunned. Если вы будете получать darshan Говинды, this way and this way. У вас полностью оцепенеет тело, вы не сможете даже подвинуться. Just only your tears. И только слезы будут струиться из ваших глаз. But sometimes, sojias, they also practicing how to cry. Но иногда такие притворщики, как сахаджи, они начинают притворяться, практиковаться в том, как научиться вот так плакать. As like those who are acting the role in the drama, cinema, or как актеры, которые играют в кино или в театре, они знают, как сделать так, чтобы заплакать, когда им нужно. But those are pure devotee. They have taken darshan to Govinda. Their body cannot move. Но чисто преданные, получая даршан Говинды, их тело не может двигаться. And only tears. И только слезы катятся из их глаз. So Krishna asked Durvasa Rishi, sadhu, you tell. Who defeated and who won. И Дурваса Риши он спросил. И Кришна спросил Дурваса Риши. But Дурваса Риши did not give darshan, just one looking. С
саду, скажи нам, кто же победил? Но Дурвасариша, он только смотрел и смотрел, ничего не мог ответить. Then Krishna, baby Krishna become very angry. И тогда маленький Кришна уже начал гневаться. Hey, sadhu, why you not giving answer? Эй, саду, ты чего не отвечаешь? Are you are not blind. Ты же не слепой. And your eyes are open. У тебя открытые глаза. And you are looking. Ты смотришь. Why did not give answer to us? Почему не отвечаешь нам? You are not deaf. Ты же не глухой. And you are listening. Why did not give answer? Ты все слышишь, но почему не отвечаешь? Still, Durvasa did not give any answer. Just looking the beautiful form of Govinda. Но все еще Дурваса Риша ничего не мог произнести, только смотрел и смотрел на Говинду. Then Krishna became very angry. И Кришна еще больше разгневался. Seated on the lap of Durvasa and caught his long beard with his hand. Он прыгнул к нему на колени и схватил его за бороду. And pulling pussy. И начал ее дергать из стороны в сторону. So Durvasa did not give. И голова Дурваса Риши начала мотаться из стороны в сторону, но все еще он ничего не мог произнести. Brahma Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, now sitting on the lap of Durvasa Riši. Durvasa Riši is very fortunate. И Парабрахман, Бхагаван, Верховная Личность Господа Кришна, сам сидел на коленях Дурваса Риши, поэтому Дурваса Риши необычайно удачлив. Our Rupa Goswami Pariste. Brahma, Siva, Narada, they are very high-class, exalted devotees. They meditate to Lord Krishna. Sometimes in their trance, Lord manifested his lotus feet, sometimes not. И Шрила Рупа Госвамипад описывает, что Брама, Шива, Нарада, такие возвышенные преданные Господа, они входят в транс, медитируют на Кришну. Но иногда его лотосные стопы проявляются в их сердцах, а иногда нет. Bye.
Jadapi samadhisu vidhi loke pasyati natapa nakagrama ichi. Brahma, Shiva, they are very high class exalted devotee of Lord Krishna. Шрила Рупа Госвами Пад написал, Брама, Шива, Нарада, очень возвышенные преданные Господа. In their trance, sometimes Lord manifested his lotus feet, sometimes not. В их трансе Господь иногда проявляет свои лотосные стопы, а иногда нет. And now, Krishna seated on the lap of Durvasa Rishi. А сейчас сам Кришна сидит на коленях у Дурваса Риши. And also hold his beard. Yeah, pulling and pushing it. Не только это, он еще схватил его за бороду и дергает туда-сюда. Million millions birth, performing bhajan and sadhan, then sadhak cannot attend to lotus. Миллионы и миллионы рождений, практикуя баджан и садхану, садхака не может достичь Господа. Не так-то просто. Это не так просто достичь Господа. So for this, jat pada pankaja palasa vilasa bhakta karmasam goditam udgratanti santo tadvanna ripta mato jato nurdha srotaganastam aranam bhajavasudevam. Srimad Bhagavatam gives a vision. Srimad Bhagavatam приводится это доказательство. Those are devotees of Lord, Bhagavad Bhakta. Преданные Господа. Just they meditate the lotus feet of Krishna. Только они медитируют на лотосные стопы Кришны. And they deliver from this material world. И благодаря этому освобождаются из этого материального мира. Free from all kinds of obstacles. И освобождаются от всевозможных препятствий. And easy to conquer to Maya. И для них очень легко преодолеть Майю. So saying, jat pada pankaja palasa vilasa bhakta karmasam kuti kathitam udgadhanti santa. Sadhu, Rishi, Munis, many, many thousand years they are doing bhajan and sadhana. How to free from the attachment of this material world? Sadhu, Rishi, Muni на протяжении долгих лет практикуют баджан и садхану, чтобы избавиться от привязанности к этому материальному миру. And how to control their mind? И как научиться контролировать свой ум? Especially it's very, very difficult to control our mind. Очень сложно научиться управлять умом. Not so easy. Не так-то просто. Mind also leads you what? Flickery, going here and there. Он постоянно пытается убежать. But those are devotees of Lord Bhagavad Bhakta. Just remember the lotus feet of Krishna. Govinda Charan Smaran. Но преданные Господа только лишь начинают памятовать о лотосных стопах Кришны. Then they control their mind. И так они очень легко могут сконцентрировать свой ум. So this is the best process. How to control your mind. И это лучший процесс, чтобы научиться управлять умом. Ashtanga yoga, many yogas, yogis, they are doing many kinds of process, path of Ashtanga yoga. Есть очень много процессов йоги, например, Ashtanga yoga. Asana, pranayam, dhyan, dharana, samadhi. You understand this? How they are doing? Then it's not so easy to control the mind. Но не так-то просто научиться управлять умом. But those are devotees of Lord, just they also meditate the lotus feet of Krishna. Но преданные Господа, они просто начинают медитировать на лотосные стопы Господа. Then easy you can conquer the Maya and attain to Lord. И благодаря этому очень легко преодолеть Майю и достичь обители Господа. And especially in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed just chant holy names. И в особенности в эту Кали Йогу Господь Чайтанья Махапрабху он всем советует просто воспевайте святые имена. Because in this Kali Yuga, Lord invested all his potency in his holy names. Потому что в эту Кали Йогу сам Господь вложил все свои энергии в святые just имена. Just simply chant holy names. Просто воспевайте святое имя. И тогда вы увидите, столько чудес начнет происходить. And you attain to Lord. И вы достигнете Господа. Simply chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And
И в эту кали-югу не подходит никакой процесс, помимо харинамы, ни карма, ни гьяна, йога или тапайся, только лишь харинама. Но обусловленные души, они все равно не хотят воспевать святые имена. Why? Почему? Why you have no taste to chanting holy name? Почему у вас нет вкуса к воспеванию? Too many? Offenses in heart. For this regard, we have no taste to chanting holy name. У вас нет вкуса к воспеванию святых имен, потому что в вашем сердце столько оскорблений. You try to understand how to free from all kinds of offenses. И попробуйте понять, как освободиться от всех видов оскорблений. Renani chanting of the holy names. Again chant holy names. Then all your offenses are removed from your heart. Нужно постоянно воспевать святое имя вновь и вновь. И тогда все оскорбления будут уничтожены. If someone that is suffering from the jaundice. If whatever you eat, bitterness will come. Если кто-то страдает от желтухи, что бы он ни принимал, все будет казаться ему горьким. Even you will eat sugar candy, also bitter. Даже если он будет сосать сладкие леденцы, ему они тоже покажутся горькими. Sugar candy is not bitter, but he will eat anything also. But again and again, making the bitter sugar candy, then one day his jaundice will reduce, then taste will come, sweetness will come. Сладкий леденец, он не горький, но все, что бы не принимал такой больной, все будет казаться ему горечью. Но чтобы освободиться от этой желтухи, преданно этому больному необходимо принимать что-то сладкое. И постоянно принимая эти леденцы, постепенно он почувствует их вкус, сладость. So this is the process. Chanting only. By four chant. Такой if you have no taste, you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Даже если у вас нет вкуса, вы должны силы заставлять себя и повоспевать святое имя. One ant. He came in the place of his friend, Однажды один муравей пришел в гости к своему другу, который жил в стране сахара. Sugarland is where? Что такое страна сахара? Everything is sugar. Там все из сахара. Все сладостное. So when his friend came, and his friend gave many kinds of sweets to him. И этот муравейчик пришел, и друг из сахарной страны начал его кормить сладостями. Then he told his friend, I heard your glories about the friend here about your land, here, everything is sweet. But whatever I'm eating, here is your too much salty. Why? Я слышал о славе твоей страны, что здесь все исполнено сладости, но я вот беру все эти сладости, и все мне кажется таким соленым. Then his friend, no, here everything is sweet. Но его друг сказал, нет, тут все очень сладкое. I don't taste anything sweet. А его друг сказал, salty. Я этого не чувствую, мне все кажется соленым. Okay, you open your mouth, then I'll check. И тогда этот муравей сказал, да хорошо, открой свой рот, я тогда проверю. Then he opened his mouth, и первый муравей открыл свой рот. And so one was a piece of rock salt. И его друг увидел то, что в его ротике находится кусок соли. You throw this rock salt from your mouth, then you wash your mouth, then you eat here everything. И тогда друг сказал ему, ты должен выбросить, выплюнуть этот кусок соли, промыть свой рот и уже после этого принимать сладости. Same way, conditioned soul. They completely contaminated the mind. Таким же образом обусловленные души, они полностью осквернены майей. Offenses, aparad. Поэтому это из-за оскорбления. For this regard, they have no taste to chanting holy names. Поэтому у обусловленных душ у них нет вкуса к воспеванию святых имен. And they have no taste
sweetness of the chanting holy name. И они не чувствуют сладость и вкуса к воспеванию святого имени. So how will get the holy name's sweetness? И как же почувствовать сладость святого имени? Give up all kinds of offenses. Оставьте все оскорбления. Апарадо чари, лой хори нам. And give up all kinds of offenses and chant holy names. Then sweetness will come. Оставьте все виды аппарат, оскорблений. Воспевайте святое имя, постепенно вы почувствуете сладость. Because our scriptures explain this way. Потому что в наших писаниях объясняется. Мадурам, мадурам, этот мангала, мангаланам, сакала нигавалли, сакала читсансвам, джугавара нарматра, таро этот Кришнанам. And Харинам is very sweet. You cannot compare any kinds of sweet. Харинама необычайно сладостна, и вы не можете ее сравнить ни с какой сладостью этого мира. So, Харинам, нам, you cannot imagine what kind of sweetness inside the Харинам. И вы не можете даже себе представить, сколько же сладости кроется в Харинаме. So, for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, in this Kali Yuga, again and again chant holy names. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! Then again Rupa Goswami Pada says, how chant holy names? Еще Рупа Goswami Pada объясняет, а как же воспевать Святое Имя? Танна Марбачаритади Сукрито Нану Сумрито Крамена Расана Манасини Йоджа Tishtanagaji Tadanuragi Jananugami Kalam Raida Kilamitta Upadesha Saram. Rupa Goswami Pada told this, the essence of all my nectar of instruction. Ishvara Rupa Goswami Pada сказал, это является сутью всех моих нектарных наставлений. Tannamur Bhujardi always chant Krishna very sweet and name was related with Krishna's amorous pastime. Всегда воспевайте святые сладостные имена Господа, которые связаны с Его любовными играми. And always stay in Braj. И всегда живите во Брадже, во Вриндаване. If not possible physically stay in Vrindavan, but always you stay in Vrindavan with your mind. Если невозможно для вас это физически, тогда всегда живите во Вриндаване в своем уме. How will stay in Vrindavan in your mind? А как пребывать во Вриндаване в уме? Pastime places of Krishna. Памятуйте сладостные места лил Кришны. When you chant holy names and remember sweet pastime places of Krishna. Когда вы воспеваете святое имя, вспоминайте сладостные места лил Кришны. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindava. Yeah.
Vrindavana? Yes. Так, проявился Вриндаван, да или нет? Таков процесс. Итак, вы совершали Вриндавана Парикраму. Your body is here. Ваше тело здесь. But you are going anywhere. Но вы куда идете? Во Вриндаван. Pramanama manasi nijati. Tishtan brajit. I am saying, always stay in Vrindavan. И Шрила Рупа Госвами Пад описывает в этой шлоке, всегда пребывайте во Вриндаване. Don't stay alone in Vrindavan. You have to stay in Vrindavan with your devotee of Lord. Но вы не должны жить во Вриндаване сами по себе. Вы должны находиться там с чистыми преданными Господа. And listen the glories, the pastime faces of Krishna. И слушать там о славе лил Кришны. If you go Vrindavan, don't go alone. Если вы отправитесь во Вриндаван, не идите по нему одни, идите с чистыми преданными. Гаурайама Исавастане Арала Брахмана Раванде Гаурайама Исавастане Mahaprabhu. Others mind is called so-called mind. My mind is non-mind.
И сам Махапрабху, он сказал, что умы окружающих, других, они так называемые умы, но мой ум — это Вриндаван, он не отличен от Вриндавана. If your mind is not Vrindavan, or if you are Vrindavan, what will you see there? Nothing. Но если в вашем уме нет Вриндавана, но вы отправились во Вриндаван, что вы будете там делать? You cannot discriminate. Your Ukraine here and Vrindavan, both are same. Вы не сможете отличить его от Вриндавана. Вам покажется, что это одно и то же. От Украины, извиняюсь. Но когда Вриндаван будет в вашем сердце, вы будете видеть Вриндаван повсюду. Вриндаванам сакибуво битано текиртим джададево кисуто падабда лаксмал лаксми говинда перунуматта майора ниттам Прикшадрисанна Бхаратанна Самаста Саттам. Srimati Radhika. Vrindavanam Sakhibhava Vitanati Kirti. Look how it's beautiful, Vrindavan. Everywhere our beloved Krishna's footprints are there. Srimati Radhika сказала, посмотрите, насколько же удивительный, прекрасный Вриндаван. Тут повсюду отпечатки лотосных стоп Кришны. If you go Vrindavan, you can see everywhere Krishna's very nice, beautiful footprints. Если вы отправитесь во Вриндаван, то вы увидите там прекрасные отпечатки стоп Кришны. So in Vrindavan, Sukhibho Vitanati Kirti. Jada Devakishuta Padabda Labda Lakshmi. Govinda Venu Unmatta Mayura Nittam. When Krishna played the flute, then pick up Pihen. Then coming down from the pick of the Giriraj Govardhan. Когда Кришна начинает играть на флейте, к нему тут же сбегаются павлины, которые сходят с вершины Гирирадж Гавардхана. И они приходят к подножию Гирирадж Гавардхана. И тогда они распускают свои хвосты и начинают танцевать. И во Вриндаване повсюду можно видеть прекрасные отпечатки стоп Кришны. Кто был во Вриндаване? Поднимите руку. Кто совершал Раджа Мандала Парикрама? Вы когда-нибудь видели там отпечатки стоп Кришны? Кто видел? Где? Вместе Чарана Пахари. И там, на камне отпечатаны тысячи и тысячи отпечатков лотосных стоп Кришны. Они такие прекрасные. And every day, all the demigod, demigodes headed by Brahmaji used to come in Vrindavan and worship that footprints. И каждый день все полубоги под руководством Брамаджи спускаются во Вриндаван и начинают поклоняться этим отпечаткам стоп Кришны. And especially when Krishna, he used to go herding the cows. И в особенности, когда Кришна отправляется пасти коров, он оставляет тысячи этих отпечатков. Then Brahma, Shiva, Narada, they also are, and worship that footprints with their garlands and offering flowers. И тогда Брама, Шива, Нарада приходят туда и начинают поклоняться этим отпечаткам стоп Кришны, предлагая цветы туласи. Цветы, лампадку ги, благовония. So saying the Vrindavanam Sukhibho Vitanati Kirti. Jada Devakishuta Padabda Labda Lakshmi. Govinda Venu Unmatta Mayura Nittam. All the birds, they completely intoxicated with the sound of the flute of Govinda, Govinda Venu. И все птицы полностью пьянеют от звука флейты Кришны, Говинда Вену Двани. All the trees, they completely intoxicated on the arrival of Govinda. И все деревья также пьянеют, когда появляется Говинда. They make very nice, beautiful celebration on the arrival of Govinda in Vrindavan. И они устраивают прекрасный праздник, когда в лес входит Говинда. Understand? As Govinda comes in the house of disciple, in very nice, beautiful celebration. И точно так же, когда истинный Бог приходит в дом своего ученика, ученик устраивает прекрасный фестиваль. Then the trees of Vrindavan, they first day also making very nice, beautiful umbrella over the head of Krishna
with their branches. И тогда деревья Вриндавана, они так делают, как сказать, складывают свои ветви, создавая как бы зонтик над головой Кришны. After many countries conquered the king, when he returned back his own country, that time all his residents, subjects, celebrated the victory of king. И точно так же, когда великий царь, который победил множество других стран, возвращается на родину, как жители этой страны встречают его? In the same way, when Krishna comes in Vrindavan, herding the cows, that the trees, they are making very nice, beautiful celebration for Krishna. Krishna Utsav. И точно так же, когда Кришна, пася коров, входит во Вриндаван, то деревья начинают замечательный праздник, приветствуя Кришну. Just to give example, king, he victories many countries. Then return back his own country. Then all his subjects very proud and happy. Точно так же, как великий царь, он победил множество стран, и возвратившись на родину, все жители очень счастливы. In the same way, trees, what were they doing? Making sound very nice, beautiful, trumpet. И деревья, веточки деревьев, когда они трутся друг от друга, создают такой прекрасный звук, как будто кто-то играет в трубу. That means they are saying, oh, our beloved Krishna is come. Everybody have to come and join with our celebration, utsav. И это означает, что Кришна пришел, и все должны присоединиться к нашему празднику, Утсава. Have you seen the pamphlet? Когда-нибудь видели вот эти как? Trumpets. Рожки, да, или как труба, как труба играет. Такой прекрасный звук. But trees, just there are two branches. Rabi and that sound coming, trumpet sound coming. А как деревья создают этот звук? Их ветви трутся друг от друга, и возникает тот же самый звук. And the tree so much love and affection with Krishna, so much mamata position with Krishna. И Кришна, и деревья испытывают столько любви, привязанности к Кришне, у них столько мамата к нему. And they also made very nice, beautiful umbrella over the head of Govinda with their branches. And all the branches coming over the head of Govinda are very nice with the soft and leaves are there. И все ветви этих деревьев создают прекрасный зонтик для Говинды. И этот зонтик состоит из прекрасных юных маленьких листочков. And then they also welcome to Krishna with the flowers, petals of the flowers. И они приветствуют Кришну, предлагая ему лепестки цветов. Свагатам, свагатам, please welcome. Все они поют свагатам, свагатам, пожалуйста, приходи. And they also make very nice, beautiful carpet with the И эти лепестки цветов устилают всю дорогу подобно прекрасному ковру. Because they are thinking Krishna's feet is very soft. Потому что им кажется, что стопы Кришны очень мягкие. How possible Krishna walk on the path of Vrindavan? There are many thorns, stones. И как он может идти по твердой дороге Вриндавана, на которой столько колючек и камешков? Actually, Vrindavan no thorns, but their heart. Oh, how possible Krishna will walk in the path of Vrindavan? На самом деле во Вриндаване нет никаких колючек, но в сердцах, в их сердцах есть такое ощущение, что как Кришна будет идти по этой дороге. For the trees, they make a very nice, beautiful carpet with their flowers. И поэтому деревья, они создают прекрасный ковер из лепестков своих цветов. Это напоминает, как будто идет снег. Это все лепестки осыпаются с цветов этих деревьев. Here sometimes snow falling or not? Здесь иногда идет снег. Sometimes. But Russia is going to Moscow and also Lithuania. Но когда я приезжаю в Россию или в Литву, then couple seconds you get everywhere completely white carpet. То там такие снегопады, что за несколько секунд все покрывается этим белым ковром. Also river completely full of snow. И также реки, они очень быстро покрываются льдом. In the same way, I'm giving this example. Krishna here comes in Vrindavan. The trees, they make very nice, beautiful carpet and different color of the flowers. And very nice, beautiful. И
И почему я привожу этот пример? Когда Кришна входит во Вриндаван, то деревья, они устилают дорогу Вриндавана прекрасным ковром из лепестков своих цветов, которые также различных оттенков. And automatically they are writing, what is that? Свагатам. И они там пишут, свагатам. Well, how about everything is translated, right? Yes. Почему это невозможно? Потому что they will come to Krishna, Swagatam. Это возможно, потому что они трансцендентны, они приветствуют Кришну. Итак, деревья Вриндавана, они приветствуют Кришну с помощью своих плодов и цветов. И они начинают танцевать. Лианы, которые обвивают эти деревья, начинают танцевать. И листья деревьев начинают помахивать Кришну. И им кажется, о, сегодня так жарко. So much sweat dropping from the body of Krishna. И капельки пота показались на теле Кришны. What is regard? The leaves of the trees moving. И поэтому деревья, они начинают вращать своими листьями. In this is the king walks. Then his servants. Fanning. Точно так же, когда идет царь, его слуги начинают омахивать его. And also chamar, creepers and dance. И лианы, они тоже танцуют, и это напоминает движение чамары. Krishna is in Lavana. And then they also offer some flowers, fruits to Govinda. И также они предлагают цветы и фрукты Говинде. Sometimes they also shedding tears for Govinda. Иногда они плачут по нему. Because just taking darshan of Govinda, their heart melted. То есть, когда они получают даршан Говинды, то слезы, как вот эта смола, она начинает стекать по их стволам. И ветвями деревья обнимают Кришну. After a long separation, when you meet with a friend, very difficult to be embraced and crying. После долгой разлуки друг начинает крепко обнимать своего друга, и точно так же деревья обнимают Кришну и плачут, и плачут. In the same way, when Krishna comes in Vrindavan, the trees with their lengthy hands, that means with their branches, he embraces Krishna. Точно так же деревья своими длинными руками начинают обнимать Кришну. Then Krishna pacifies them. И Кришна их успокаивает. How they are friends in love with Govinda. Гладит их. Сколько же в них любви, дружбы Говинде. Then Krishna had to go another forest to another forest. Vanam vanantari. Sukadeva Goswami. Krishna, he goes to one forest to another forest, herding the cows. He goes. И Шукадева Госвами Пад описывает, что Кришна, когда он пасет своих коров, он идет из одного леса в другой. That time that trees also feeling pain with separation Krishna. И тогда деревья начинают испытывать сильную боль разлуки с Кришной. That time they are saying, Govinda, don't go, don't go.
И тогда они просят, Говинда, пожалуйста, не уходи. Krishna pacified to them. Don't worry, I'm coming back soon. И Кришна начинает их успокаивать. Не волнуйтесь, я скоро вновь приду. Because I have to go. Потому что я должен идти. In Vrindavan, so many trees. All they are waiting for him. Во Вриндаване очень много деревьев, и все они ждут его. That time trees, they are saying. What they say? И тогда деревья говорят, что они говорят? Just to write our name in your pages of your mind. The pages of your mind. The pages of your mind. Manapatra. Just write our name. И тогда деревья просят Кришну. Кришна, пожалуйста, запиши наши имена на листах твоего ума. Манапатра. When you open, oh, you have the sign. My Gurudev, they are happy. Как, например, если вы откроете книгу, которую подписал ваш Гурудев, и вы увидите это, вы вспомните о нем. 10 years, almost 10 years, Gurudev departed. But you open your book, then you sign. Oh, Gurudev came here, Russia. 2010. And your book, your name, my heartly blessing. That is. What do you say? Then you have. И Гурудев, он уже ушел, практически 10 лет прошло. Но если вы откроете книгу, которую он подписал, и увидите, о, там стоит дата, например, 2010 год, и ваше сердце растает, видя эту надпись. У вас есть книга, которую подписал Гурудев? Мои сердечные благословения, Бхактивиданта Нарайан, например, 2001 год. Когда вы это увидите, ваше сердце растает. Так это или нет? In the same way, the trees of Vrindavan, they say, oh my friend, just write down our name in your pages of mind. Таким же образом, деревья не просят Кришну, пожалуйста, запиши наши имена на листах твоего ума. When we'll take rest, maybe we cannot sleep. И когда ты будешь засыпать, возможно, ты не сразу заснешь. Sometimes night time we cannot sleep also, no? Иногда ночью вы не можете заснуть. Many kinds of thoughts are coming. Много мыслей посещают вас ум. You want to sleep, close your eyes. Вы закрыли глаза и пытаетесь заснуть. Но сон все не приходит. Why? Почему? Many kinds of thoughts coming. Потому что очень много мыслей наполняют его. From your childhood to now. С самого детства. One leaves of your page of mind. Opening. С момента вашего детства до сего времени ваш ум начинает открывать все разные листы, на которых записаны различные деяния, которые вы совершали в своей жизни. In your mind, in your life, many kinds happen in your life also. This is true. И столько событий было в вашей жизни. From childhood to now. С самого детства и до сегодня. Many things, good, bad things happen. Было много хорошего и также плохого. Because this is your life also. Потому что такова жизнь. Happiness and unhappiness. Many things happen. Было счастье и также несчастье, много событий. So that type is also, and what pages of your mind opening one by one. И так, когда вы лежите, ваш ум начинает открывать различные страницы вашей жизни. In the same way, the trees, the same. Hey Krishna, we will take rest, or midday, or anytime. Then you will open your pages of your mind and manapatra. Then remember to us. И поэтому деревья они просят Кришну. Кришна, когда ты будешь отдыхать в полдень или в любое другое время, ты начнешь открывать страницы своего ума. И таким образом, пожалуйста, вспомни о нас. Just write down our name on your manapatra pages of your mind. Просто запиши наши имена на страницах твоего ума. Манапатра. Намтияма лихи рако тамар. Manir Mandiri. Just to write our name. Oh, these are Asok trees. This is
Which tree? Tamal tree. Tamal tree. Kadamba tree. Bakum tree. И во Вриндаване существует много деревьев. Ашока, Кадамба, Тамал, Баньян. Итак, ты вспомнишь о нас. Then Krishna again what? Then again the trees with their lengthy hands, with their branches, and blocked the road. И Кришна, когда он идет дальше, деревья, они своими длинными руками, то есть ветвями, начинают преграждать ему путь. Then Krishna again pacified. Because they were saying, "Don't go, Krishna, don't go, don't go." И Кришна, он вновь with us. Начинает их успокаивать, потому что они просят Кришна, пожалуйста, не уходи, останься с нами. If you go to Vrindavan, very difficult to walk. Because all the trees, right? They also blocked your road. Если вы отправитесь во Вриндаван, то там очень тяжело ходить, потому что все деревья начнут преграждать вам путь. Because the trees are not ordinary trees, they are physical, transcendent, Sachidananda. Потому что это деревья, необычные деревья, они трансцендентные. И у них столько любви к Кришне. So in this way, our acharyas Govind, Vishwanatha Chakravarti glorified. Kastrangate kalapadamrita venu godrija druma hiranna pulokana vibhramam. When Krishna comes in Vrindavan, the trees, cows, birds, deer, how they are loving affectionately with Kapila. Итак, наши ачарьи, и в особенности Шрила Вишванатха Чакраварти Пад, он прославляет, насколько же деревья, животные, олени, птицы Вриндавана, как же они любят Кришну. Because his name is also regarded. Govinda. Go means senses. Потому что его зовут Говинда. Go означает чувство. Anandati, who gives the pleasure, happiness in the heart of all the living. Тот, кто дарует счастье в сердце существ. Vrindavan, how is beautiful. Насколько же прекрасен Вриндаван. Приезжайте все в Вриндаван. So saying there, kastangate kalapadamrita venu. Go Dija Druma Hiranna Pulokana Vibhramam. Everything completely intoxicated. And with Govinda's beautiful form. И все полностью охмеляются, видя прекрасный образ Говинды. But how to go to Vrindavan? Но как отправиться во Вриндаван? With go to your devotee of Lord. Вы отправитесь туда с чистыми преданными Господа. Гаура Амар Джесавастане Корла Брахманарам. Sesavasthana Hirava Ami Pranayi Bhakta. I will take darshan Govinda with high class exalted pure devotee of Lord. They will glorify how beautiful Vrindavan. Я буду получать прекрасный Даршан Говинды с чистыми преданными Господа и буду любоваться прекрасным Вриндаваном. Don't take darshan to Govinda with your eyes. You take darshan to Govinda with your ears. Не принимайте даршан Говинды своими глазами. Вы должны его получать с помощью своих ушей. Это означает слушать Харикатху. Если вы не будете слушать Харикатху, просто пройдите по Вриндавану, это будет полностью бесполезно. Go Vrindavan with premik bhakta. High class exalted, they will discuss. They will explain how beautiful this place is. Отправляйтесь во Вриндаван с премика бхактами, и они будут вам рассказывать о славе этих прекрасных мест. Браджаваси джан, суна мора ката, декау си радханате. Браджаваси джан, суна мора ката, декау си радханате. Бхактивинода Тхакур сангиса. Кесудда бхакта Браджаваси. Please tell me. Where is Radha and Krishna? What are they doing, Lila? Шрила Бхактивинода Тхакур, он спел этой песни. О чистый преданный Господа, о Браджабаси, скажите, где Радха и Кришна находится сейчас? Где они совершают свои лилы? Oh, this place, Krishna performed this lila. Here Krishna repeated the Raj Govardhan. Here Krishna, subdued Kaliya, Kaliya Dhan Lila. И тогда Враджаваси начнут рассказывать, о, здесь Кришна, он поднял Гирирас Гавардхан, а здесь он победил демона Калию. This is Radha Kunda, this is Sama Kunda. Here Krishna kills Arishtasu.
Это Радха Кунда и Шьяма Кунда, где Кришна убил демона Риштасуру. И ваше сердце исполнится счастье. Приходите во Вриндаван, и тогда вы все это увидите. He became surprised when he saw Vrindavasis and how they have love and affection with Krishna. Почему я говорю об этом? Когда Удава прибыл во Вриндаван, он также увидел эту огромную любовь к Вриджабаси. Especially Uddhava, he saw Srimati Radhika's transcendental madness, this called madness. И в особенности он увидел трансцендентное безумие Шримати Радики, Дивья Унмада Даша. И что за према пребывает в их сердце? И поэтому приезжайте во Вриндаван и совершайте Вриндавана Дхама Парикрама. Но вы должны совершать парикраму с пранай бхакта, премика бхактами, и слушать от них харикатху. Иначе просто приедете во Вриндаван, примите прасад, поспите, покушайте чапати, отправитесь на Лой базар и закупитесь. Начните покупать различные вещи. И затем просто вернётесь домой. И вот такая у вас будет Вриндаван Парикрама. No. Нет. Слушайте Харикатху. Понимаете? Вриндаван Вихари Лал Ки Джай. Говинда Балахари Гопала Го. Говинда Балахари Гопала Го. Thank you.
Я когда слушаю, мне... Пойте, пойте.